Что тут? Там он взял. Здравствуйте. Салам алейкум. Здрасте. Здравствуйте. Ты что? Паспортный. И что? Задержали, да, их? Какого из них документы нужны? Паспорт, прописку и другое. Какого гражданина? А можно уточнить, что за процедура у вас проходит? Вообще, граждане приезжают. А где-то прописано, давайте вот в рамках правового поля основание проверки документов у граждан. На, фиксируй, что я говорю. Не ссы, держи. Закон о полиции открытый глаз, имеем право сочетать. Ну, фиксируем. Причина просто проверки документов у граждан. Ну вот они вот входят, бедолаги, никто никому не мешает. Да ДТП они совершили, достаточно этого будет. Кто из машины мертвой дороги. Ага. А привели доставление для чего сюда? ДТП. ДТП вообще не совершили. Что, сотрудник ГАИ? Мы на месте находились. Мы на месте находились. Получается, при нас совершили ДТП. Они? Да. Он за рулем был? Да, он за рулем был. Но сотрудники ГАИ составили материал, отпустили, да, его? Нет. С вами, да, столкнулся? Да, он, нет, он не с вами столкнулся. Он столкнулся с гражданским лицом. Угу. Двигался на автомобиле вот этого, как бы, задним ходом. Совершил наезд на автомобиль чужого. Он? Да. Угу. Все, эта процедура, мы начали проверять документы. У него не оказалось документов. Чтобы установить личность его. Личность? Так у него же права были с собой. Для составления, я думаю, права же обычно там паспорта же не предъявляют они. Ну, например, я совершил ДТП, да? Паспорт мне сотрудники не спрашивают. Права предоставил, эти приехали, кто-нибудь, обаркома. Составили материал, все, в ГАИ назначили время, поехали. Просто многие ППСники вот ловят их, да, на улице. Мы лишний раз бы не подошли к ним. У нас случилось ДТП, мы проверили документы. Документы вообще у него не оказалось. Сейчас смотрите, он что, документы посмотрите, он свободен, да? Конечно, да, конечно. Вот посмотрите, пожалуйста, это получается вот отрывная часть у него. Не, держите, вот получается у него, что у него? До ноября. Я просто у них юристом работаю. Мы посмотрели по базе данных. Есть, да? И второго гражданина, то есть она соответствует. Чем Лемаха? Задний ход мало вот он изус. Задний ход. Прости, да. Бақырлерге еш номер кейін сүйі сөйтшәрі тоқтанып. Шамысын деген болып. Получается, вот у второго, да, в июне закончилось? Да, да, вот. У гражданина. То есть они сейчас оба, да, свободны, как бы? Ну, сейчас мы дежурный час передадим. По документам запишем. Да, они дежурка-то все равно задержать не будет. Они не будут бежать. Могут, в принципе, позвонить в миграцию, что... По указу сейчас получается до 15 декабря, у кого, например, с 15 марта по декабрь заканчивается. Но они задерживают, точно не будут. А? Задерживать там не будет. Ну да, не, у кого-то регистрация, да, например, заканчивается, как бы у них продлена. Диман, ладно, сразу отнеси. Ну, пусть он мне пишет. Сейчас доставки.
состояние распишется, доставка рапорт сейчас. Там данные. Так, протокол удостоверения лица. Что личный досмотр не проводился. Все, никто у тебя не бил, не калечил, расписывался. Это же уже здоров. Но. Мороженое ген. Да, вот. Kim ne oldu? Oradan adam yebilmeyiz mi? Bir görmüyor musunuz da? Ne? Hiç anlatamazsınız mı? Strahovka var mı? Buradan benim doğru yardımına geldi. Ne için? Buradan hazır ya. Benim yenisi bulmaz mı? Ben strahovka. Bu ne sayfı istiyorum strahovkaları, tamam. Ana bir odam. Çok önemli. Çok на работу не взяли, что 5 раз водворенный. 5 раз водворился. 10 лет гражданство оформлял. Валер, я тоже устраивался по ПС, тоже стажировку проходил потом. А что, не берут если 9 классов? У тебя же 9, поэтому не взяли? Потом 10-й место уже закончил. Техникум. Нет. Нет, ну техникум. Нет, техникум. 9 класс закончил, потом. Нет, не взяли что, почему? Не знаю, на комиссию ГУВД пошел. На Ленина. Все знал, потом на собеседование пришел, сказали. До свидания. Ну и все. И я сначала расстроился, а потом сейчас как-то. Рано почему? Не знаю. Полиграф проходи. С этого начнем. Иностранный гражданин российский, вот он я... Он обязан с собой... А почему российский гражданин не имеет? Не обязан? Российский тоже обязан носить с собой документы, удостоверение личное. Но его проще проверить, чем иностранным гражданин. Не, ну смотрите, давайте на то. Основания проверки документов у сотрудника полиции какие? У гражданина. У гражданина? Да. Проверить документы. Проверить документы, прописку. Нет, основания проверки документов я имею в виду. Меня не надо. Да вы не смущайтесь, закон о полиции позволяет мне снимать. Я еще раз говорю, не надо меня снимать. Можете суд подать. Я вам подам, заходите, заводите. Пойдемте. Сколько это часа? Позови по очереди, пусть заходят, сфотографируются. А что, вы смущаетесь своей работы, что ли? Нет, я не смущаюсь. Ну а в чем тогда проблема? Закон о полиции открыт и гласно. Статья 50, общественный контроль. Да вы сюда-то выйти, что оттуда кричите? Смотри, дерзкий какой. Меня смотри. Вот. Здравствуйте. Что вы закон или что вам основание надо разъяснить? Чуть-чуть просто устал на работе сегодня, поэтому уже да. Подправила. Основания такие или что? Да, сейчас посмотрим. А на каком основании вы тут присутствуете? А вы что, ограничены на свободу передвижения? Я не ограничен на свободу. А? Маска. Маска, пришли к нам. Не мадейда, старший Ларин Келлен, не мадейда. Меня провокачат хвост, ты дома? Hozir sizlarga misol uchun aytyapman, nima deydi? Har bir fuqaroda dokument olib yurishga qaysi bir qonunda yozilgan shu narsani ko'rsatsam, o'zi bilmaydi. Maska ishtirof qilaman. Ishtirof qilganda ertalabgacha o'tirardi hozir. Ishtirof qila olmaydi. Pasport beraymi? Hozir yuringlar, pasport berasizlar. Pasport borada idosh. Moshinalar qani? Qani urganda? Yo'q,
қолым үлімді артаман дөрдім, тиімі, тиімі депті. Мұның қат сабағын, Паспорт осызда қолды ма? Мен үшілемейді үшілемейді. Просто мана логанымызға мана әңгімеймір. А еш назы қылмайды, деп оңе? Бұң еш назы қылмайды, қаттығда ман олы. Я, ана олы білет. Бұнсаға ескі дейсе мам, яңы дейді, қашша кәлі азы қылдың дейді. Бұнағы түйшіліп кетті де, білет мен? Қандай түйшіліп кетті айыз? Майли, сау болыйла гәрләшәмізі. Иш ашмай үрейлі, иш ашмасыда. Болды гәп, хоқ, майли.